Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 23 по Свердловской области информирует вас о порядке государственной регистрации в качестве юридического лица индивидуального предпринимателя либо главы крестьянского фермерского хозяйства. Начиная с 12 октября 2015 года, все регистрационные действия по государственной регистрации на территории Свердловской области осуществляются единым регистрационным центром, функции которого выполняет у нас Верхоседская инспекция. Размещается единый регистрационный центр по следующему адресу: город Екатеринбург, улица Хомякова, 4. То есть для того, чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или создать юридическое лицо, или зарегистрироваться в качестве главы крестьянского фермерского хозяйства, необходимо обратиться либо непосредственно в единый регистрационный центр, либо можно представить документы в многофункциональный центр. Значит, либо можно направить документы по почте, обязательно, значит, с описью вложения. То есть это обязательное условие для направления документов. Сейчас хочется остановиться на размере государственной пошлины, которая взимается за те или иные, значит, регистрационные действия. Итак, за государственную регистрацию юридического лица при создании государственная пошлина составляет 4000 рублей. За государственную регистрацию изменений, которые вносит юридическое лицо, 800 рублей. За государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 800 рублей. За государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 160 рублей. Ознакомиться с реквизитами платежных документов, правильно заполнить их по уплате государственной пошлины можно непосредственно на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. Сервис называется «Заполни платежное поручение». То есть все необходимые реквизиты можно найти в этом электронном сервисе. Также эти реквизиты размещены в инспекции, чему у нас посвящен информационный стенд номер 2 «Государственная регистрация». Сейчас хотелось бы остановиться более подробно о тех изменениях, которые у нас вводятся с 1 января 2019 года. Итак, что важно. С 1 января 2019 года государственная пошлина не уплачивается при направлении в регистрирующий орган документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронных документов. То есть, если вы воспользовались направлением в регистрирующий орган документов при создании юридического лица индивидуального предпринимателя в форме электронных документов, то государственную пошлину вышеуказанных размеров вы уплачивать не будете. Это новшество, которое вводится с 1 января 2019 года. И также хочется проинформировать, значит, юридические лица, индивидуальные предприниматели, о том, как вы можете получить выписку, значит, из единого государственного реестра. На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru реализован сервис представления сведений из единых государственных реестров юридических лиц и единых государственных реестров индивидуальных предпринимателей о конкретном юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа, который позволяет бесплатно получить выписку в форме электронного документа в формате PDF, который подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом обеспечена, значит, полностью визуализация этого документа, в том числе при распечатывании. Данная выписка, которая подготовлена с помощью указанного электронного сервиса, равнозначна выписке на бумажном носителе, который вы получаете, непосредственно обратившись в налоговую инспекцию, и подписана она собственноручно подписью должностного лица налогового органа и заверена печатью. То есть, если вы заказали, значит, с помощью сайта Федеральной налоговой службы выписку из ЕГРЛ либо из ЕГРИП, а конкретно конкретном юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, то она равнозначна выписке на бумажном носителе.
И также хочется остановиться о размере государственной пошлины за предоставление сведений. Предоставление выписок на бумажном носителе, в том числе о самом себе, то есть либо об индивидуальном предпринимателе, либо в юридическом лице, осуществляется за оплату. 200 рублей взимается государственная пошлина, значит, если документ готовится 5 рабочих дней. И 400 рублей размер государственной пошлины за срочное изготовление, значит, выписки из единых государственных реестров. То есть, если вы предпочитаете, значит, направлять регистрирующий орган заявление на бумажном носителе, то предоставление таких сведений является платным. 200 рублей – 5 рабочих дней подготовка документа, и 400 рублей – это подготовка документов срочная. Значит, как я уже говорила, можете воспользоваться электронным сервисом и получить информацию с сайта Федеральной налоговой службы, равнозначную той информации, которую вам предоставит налоговый орган на бумажном носителе. Благодарю за внимание.